холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и светло, печаль моя легка, печаль моя полна тобою. 29-летний Александр Пушкин, огорченный отказом первой красавицы Москвы Натальи Гончаровой, приезжает в Тифлис, Тбилиси. Этот город был прифронтовым, потому что тогда Российская империя вела сразу несколько войн. Она захватывала Кавказ, воевала с Персией, воевала с Турцией. Пушкин провел здесь всего 2 недели, с 29 мая по 10 июня, и занимался, ну, неподобающим делом. Он просто развлекался. Он ходил по городу, ходил на базар, ходил в бане, играл с мальчишками. И даже здесь, на этой площади, он занимался совершенно неподобающим для дворянина делом. Он покупал груши и немытыми съедал их. Пушкин приехал в Тифлис для того, чтобы отвлечься от своей трагической любви. Ну и, как многие русские, лучшее отвлечение искал на войне. Здесь он познакомился с генералом Паскевичем, тем самым человеком, который воевал с Персией, захватил Восточную Армению, которую назвал тут же Русской Арменией. И в честь генерала Паскевича эту площадь назвали именем Паскевича Ереванского. Но со временем люди решили отказаться от первой части и фамилии Паскевича, стали называть Ереванской. Площадь Тавесуплеба стала символом новой Грузии. Здесь во время войны в августе 2008 года проходили акции протеста против оккупации Грузии. А в прошлом году здесь выступил президент Франции Николя Саркози, который впервые публично заявил о том, что Грузия станет европейской страной. Вообще слово «Тавесуплеба» – свобода, очень важно для Грузии. И в гимне Грузии несколько раз упоминается это слово как символ того, что Грузия боролась за свою свободу много раз. Здесь от площади Тавесуплеба, площади Свободы, начинается проспект Руставели. До 1918 года этот проспект носил имя генерала Евгения Головина. А в 1918 году, когда была образована первая демократическая республика Грузия, этот проспект начал носить имя Шота Руставели. Даже очень странно, что в советское время главный проспект Тбилиси не был назван проспектом Ленина. Это была не очень большая улица в той части Тбилиси. Ну а это проспект Руставели, где располагаются основные административные здания. И этот проспект является центром культурной жизни. Здесь находятся ведущие театры, художественные галереи, консерватория, молодежный центр, ну и другие очень интересные места. На проспекте Руставели есть одно очень известное место, которое стало центром политической жизни Закавказья в начале 20 века. Здесь находится молодежный центр, но до него в советское время это был дворец пионеров, а еще раньше дворец наместника, там, где жил царский наместник, который руководил Закавказьем. Именно здесь в 1918 году были провозглашены независимость Грузии, Армении и Азербайджана. Именно в этом здании.
Я недалеко здесь живу. И в прошлом году, когда только переехал, 9 апреля я спустился по улице сюда на площадь перед парламентом для того, чтобы всю ночь простоять с теми людьми, которые пришли почтить память погибших 9 апреля 1989 года. Это площадь перед парламентом, и я пригласил поговорить об этом месте известного художника и диссидента Майю Орджоникидзе. Вот и Майя. Маечка, добрый день. Добрый день. Майя, вот монумент погибшим в 89 году 9 апреля. И здесь место, где люди ставят свечки, и даже весь парапет уже заполнен оплывшими свечками. Что для вас 9 апреля 89 года? Я не буду оригинальный, Олег, если скажу, что 9 апреля это в первую очередь большая драма, трагедия не только для меня, но и для всего нашего общества. Но в контексте, историческом разрезе невозможно говорить только о трагической составляющей того времени, конкретно 9 апреля, потому что это не только трагедия, это еще проявление, очередное проявление духа нашего народа, победы, когда безоружные люди могут противостоять танкам обычными палками, с подручными какими-то вещами. То есть, собственно, это есть предмет гордости нашего народа. Майя, вот если вернуться немного в историю, я когда говорил о Головинском проспекте, о том, что в 18 году этот проспект назван именем Руставели, в 21 году здесь прошли части Красной Армии, которая захватила Грузию. И, по всей видимости, 89 год – это как раз то время, когда накопилось за все советское время накопилось вот это вот национальное самосознание, то есть тот заряд, который выплеснулся, и люди захотели быть свободными. Да. И здесь в 2008 году тоже была огромная акция. Практически весь проспект Руставели до площади Тависуклеба был заполнен тысячами людей. По-моему, было 150 или 200 тысяч. Очень много. Да. Ну, вот многие тбилисцы говорят, что это место проклятое. То есть трагические события 89 года, война, тбилисская война, начало 90-х годов, да. Погибли люди. И, наконец, 2008 год. Здесь, слава богу, не было войны на этом месте, но пришло огромное количество людей. Да. Вы хотите услышать мой ответ, что я думаю на эту тему? Ну, как вам сказать, Олег, это фольклор все-таки, я считаю, проклято, не проклято. Я думаю, что так, а ларчик открывается просто. Не то, что какое-то место проклято, я смотрю на это иначе. Я смотрю так, что исторически этот центр, политический центр, не только городской, а не только географический центр, но и к тому же политический центр Грузии, если можно так сказать, потому что мы можем, наш список станет очень пространным, если я вспомню все те случаи, которые происходили на этом месте. Потому что здесь были и такие эпохальные, большие, значит, происшествия имели место быть, если можно так выразиться, как 9 апреля, как захоронение юнкеров, как вход 11-й армии. Да, конечно. Но здесь мы стояли в 2008 году. Не только плохое здесь происходило. В 2008 году после российской интервенции мы буквально через несколько дней президенты четырех европейских стран и наш президент, то есть пятеро президентов, вышли здесь. И здесь было очень много народу, в том числе и я. Так что здесь происходили не только плохие вещи,
Это просто политический центр Грузии, если можно так выразиться. Я так смотрю. Более прозаично, но, думаю, более реалистично на эти события. На проспекте Руставели очень много интересных мест, много театров, художественных галерей. Чтобы познакомить с культурной жизнью центра Тбилиси, района Мтацминда, я все-таки выбрал вот это уникальное место. Это старое здание 19 века. А сейчас здесь проходят репетиции, ну и находится администрация одного из самых старейших ансамблей танца Грузии «Элисиони». Вот он отжимал. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, половина танцующей Грузии ваша. Танцующие пьют, поющие. Поющие, да. Скажите, все-таки количество грузинских танцев всегда одинаково? То есть ничего придумать нового нельзя? В фольклоре самое главное – вариантность. Вариантность. Мы совсем по-другому танцуем, вот этот азиатский танец. Все другие совсем по-другому. Еще музыка разная и так далее. Так что мы никогда не останавливаемся. Никогда почти. Здесь каждый день что-то меняется. Каждый день. Так как артисты, певцы, танцоры, музыканты, так варианты другие. Другая музыкальная аранжировка и так далее. Хорошо, такой очень странный вопрос. Можно ли назвать ваш ансамбль отделением Министерства иностранных дел? Потому что вы ездите по всему миру, представляете Грузию. Нас называют и послами. Всегда. Особенно в Германии, а мы в Америке нас назвали, мы посли. Спасибо вам большое. Спасибо. Сюда очень тяжело подниматься. Здесь очень крутая дорога. Почти, наверное, 40 градусов уклон. И эта дорога давно уже, 6 века, называется дорогой монаха Давида, который поселился здесь в те времена, на этом склоне горы Мтацминда, примерно посередине. У него здесь была келья, он здесь жил, потом переехал в другое место, там, где находится монастырь Давид-Гареджи. Здесь был похоронен в 1829 году Александр Грибоедов, после того, как его убили в Тегеране. Здесь же похоронена через 28 лет его жена, вдова Нино Чавчавадзе. А в 1929 году, столетие убийства и захоронение Александра Грибоедова, здесь, еще при советской власти, был создан пантеон. Пантеон знаменитых людей. Часть этих людей похоронена, когда они умерли в Грузии, или в Тбилиси, или в других местах, а часть перезахоронены, потому что они были
захоронены в других странах. И этот пантеон считается одним из знаменитых мест Тбилиси, куда приходят люди поклониться не только святым местам, там, где жил монах Давид, но и могилам известных людей в Грузии. Могилы Александра Грибоедова и Нино Чевчавадзе я решил показать эту книгу замечательного исследователя, публициста Игоря Боленского. Это книга о грузинских красавицах, которые выходили замуж, которые провели достойную и очень интересную жизнь. И первая глава этой книги посвящена Нино Чевчавадзе. Игорь Боленский. Спасибо вам, во-первых, за такие слова, дорогие, и за приглашение в вашу программу. Знаете, а я не мог не начать эту книгу с Нино Чевчавадзе, потому что мне кажется, что именно она для всех является таким синонимом грузинской жены. Вот кто грузинская жена? Это Нино Чевчавадзе. Поэтому мне очень было интересно именно заняться исследованием ее жизни, потому что мы про нее знаем? Две вещи, что в 16 лет она вышла замуж за Грибоедова, и что она его намного пережила, никогда больше не вышла замуж. Мне было как раз очень интересно узнать судьбу Нины, чем она занималась после смерти Грибоедова. Прошло ведь очень много лет, она его сильно пережила на несколько десятилетий. И вот я думаю, что делала эта замечательная женщина, которая для всех является примером любви, вот самоотверженной, причем любви такой настоящей, потому что она была очень, во-первых, красивая женщина. Она была дочь такого знаменитого, состоятельного человека. И я уверен, что желающих стать ее спутниками жизни было предостаточно. И действительно, такие люди находились, но, как мне рассказывали, очевидцев, конечно, я уже не застал, но я встречался с людьми, с потомками Нины, с детьми, с правнуками ее родной сестры. И они мне рассказывали, что Нина на все ухаживания отвечала только одним взглядом. И после этого взгляда становилось ясно, что никакие дальнейшие отношения просто невозможны. Да, Игорь, но в этой книге судьбы жен, которые много лет были замужем и вместе с мужьями провели достойную жизнь. Нино Чевчавадзе была всего лишь полгода замужем. И история ее любви, история жизни действительно потрясающая. Кстати, вот на могиле, как ни странно, я только сегодня, хотя был много раз, увидел, что она похоронена под именем Нина Грибоедова. Но видите, вот вы действительно такой настоящий исследователь истории Грузии, потому что на самом деле мы все приходим и все уже ищем глазами знакомые всем с детства слова «ум, дела твои бессмертны» и так далее. А вот действительно обратить внимание на то, какая фамилия написана на могиле Нины, как-то вот было, глаз на это не ложился. Я думаю, знаете, вот у меня свое объяснение есть, я об этом никогда не думал, но все-таки вы правы, да, полгода всего продлился их брак такой юридический, да, но мне кажется, эти отношения были такие вечные и, может быть, как-то символично, что она на могильном камне, на своем последнем пристанище написана как Нина Грибоедова, потому что она ею была всегда и всегда ею остается и всегда будет. Игорь, все равно, описывая жизнь достойной женщины, но в этом случае вы описывали жизнь вдовы. Это действительно очень необычно. Женщина лишилась мужа, к сожалению, не оставившего потомства. Да, вот родился же у них вот трагическая история. Ребенок, который прожил всего, по-моему, один день или сколько, его успели окрестить, как Александра. Ну да, вы знаете, для меня эта история очень дорогая. Это история, которая показывает, что действительно важно не возраст, важно не количество лет, а важно искренность, степень чувств. Или они есть, или они нет. В этом ли символизм Нино Чевчавадзе? Как символ любви? Я думаю, что это можно сказать. И знаете, символично то, что мы с вами разговариваем в год 200-летия Нины Чевчавадзе. И мне кажется, да, это очень важно. Я по-прежнему, я все-таки, знаете, исследовал около сотни уже судеб грузинских женщин. Они все удивительны, каждая интересна по-своему, по-своему уникальна. Но я по-прежнему считаю, что символ грузинской жены – это Нина Чевчавадзе. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.
Район Тацминда – это не только деловой и культурный центр XIX века, это еще и очень интересное место, если сравнивать с соседним Салалаки. Салалаки все-таки был богатый район, где строились шикарные здания, строились с разными европейскими архитекторами. А Тацминда, он как бы разделен на две части. Есть проспект Руставели, шикарные улицы с театрами. И есть верхняя часть, где узенькие улочки и одна-двухэтажные дома. Это самое красивое место, потому что, спускаясь по нему, ты чувствуешь историю этого города. И здесь, в этом месте, как же, впрочем, и в Салалаке, и в других местах Тбилиси, всегда бурлила разнообразная жизнь. И я бы сказал, что Тбилиси отличает, наверное, от всех других кавказских городов тем, что он всегда был многонациональным. И здесь, так же, как и в Салалаке, всегда жили люди, говорящие на разных языках, люди, представляющие разную культуру. Всегда, когда идешь по этим улицам, смотришь на дома, пытаешься понять судьбу не только дома, сколько жителей, которые там жили, и когда узнаешь о том, что в том или ином доме, а их очень много, потому что в Салалаке и Тацминда жили и Чайковский, и представители семьи Сименс, и там родился Микаэл Таривердиев, и там жил Буба Кикабидзе. Но огромное количество людей, которые или приезжали жить в Тбилиси, или родились здесь. Так что вот эта часть старого Тбилиси – это настоящий музей. Как и этот дом, где жил очень известный азербайджанский поэт, писатель, публицист и редактор журнала «Молла Насреддин». Он вначале выпускал этот журнал в Тебризе, в нынешнем Иране. Потом переехал в Тбилиси, здесь жил довольно долго. И умер он в 1932 году в Баку. Это Джалил Мамед Кули Заде. Человек, который когда-то, переехав в Тбилиси, уже подготовленным творческим человеком. До этого он закончил учительскую семинарию в Горе, а потом преподавал в разных городах, прежде всего в Ереванской губернии. И жил в Ереване несколько лет. Он переехал в Тбилиси из Еревана. Я попытался вас познакомить с небольшой частью Тбилиси, районом Тацминда, где каждая улочка, каждый дом имеет собственную историю. Попытался потому, чтобы познакомить вас даже с одной улицей, потребуется много часов хорошего большого фильма. У меня время ограничено, но я все равно попытался это сделать, чтобы вы полюбили этот самый красивый город на Земле, Тбилиси, так же, как люблю его я.